Здравствуйте! В эфире программа «Жизнь и дорога» и я ее ведущий Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях Александр Александрович Кузин, начальник отдела безопасности дорожного движения Министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области. Здравствуйте! Здравствуйте! Первый у нас вопрос, так как у нас все-таки передача посвящена больше вопросу госавтоинспекции. Ваше ведомство тесно взаимодействует с госавтоинспекцией. Вот расскажите, в каких вопросах? Госавтоинспекция помогает нам наладить дорожную деятельность с точки зрения именно обеспечения безопасности дороги. Движения, качественная дорожного движения, качественной и безопасной организации дорожного движения в части изменения схем организации движения на каких-то проблемных участках, то есть именно имея э, в своем распоряжении всю статистику по дорожно-транспортным происшествиям, госавтоинспекция регулярно э, подсказывает нам, где и какие участки наиболее напряженные, и, соответственно, в тесном взаимодействии разрабатываем комплекс мер, чтобы повысить безопасность и снизить аварийность на дорогах области. А что это за комплекс мер такой? То есть вы курируете направление фото-видеофиксации, вот я так понимаю, это комплекс мер связан ну, с этим? В том числе. В том числе. То есть это как установка комплексов фото-видеофиксации, так и изменение схем организации дорожного движения, то есть изменение режима работы на перекрестках, на нерегулируемых пересечениях автомобильных дорог, соответственно. Где-то это установка барьерного ограждения, либо пешеходного ограждения, так как у нас многие пешеходы переходят проезжую часть вне пешеходных переходов. Соответственно, чтобы исключить такие случаи, стараемся обеспечить всю дорожную сеть достаточным количеством пешеходных переходов, соответствующих новым национальным стандартам, то есть имеющих в своем составе искусственные неровности, дополнительное освещение, разметку, нанесенную износостойкими материалами, дорожные знаки. И чтобы исключить выход переходов на, о, пешеходов на проезжую часть вне пешеходных переходов, соответственно, устанавливается пешеходное ограждение. А вот раскройте нам небольшой секрет, если можно, потому что водители иногда жалуют, что как будто вся Рязань уже заслана этими камерами. В каких местах у нас устанавливаются камеры фото-видеофиксации? Как определить эти места? Камеры фото-видеофиксации устанавливаются по согласованию с подразделениями госавтоинспекции в местах э, потенциально опасных и уже сформировавшихся местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. То есть это там, где произошло три э, дорожно-транспортных происшествия одного вида, либо пять дорожно-транспортных происшествий разных видов. Можем мы назвать какие-то места, да, где вот совсем недавно появились такие камеры? Относительно недавно э, по просьбам жителей и с э, учетом мнения госавтоинспекции установлена сниженная скорость. До 40 км в час установлен комплекс фото-видеофиксации в районе дом 27, корпус 4 по улице Зубковой. У нас там на протяжении... Э, нескольких лет фиксировалась повышенная аварийность, в том числе были ДТП со смертельным исходом. После установки комплекса именно на данном участке дороги ни одного ДТП, в котором погибли либо пострадали люди, не произошло. А мы какой временной промежуток берем? То есть пока полгода, год, несколько месяцев? Ну, то есть, да, чтобы понимать. Ну, камера именно там была установлена в прошлом 2022 году. После установки камеры, то есть за период 2022, второй полугодие, назовем так, 2022 года и из тех же период 2023 года ДТП с смертельным исходом и с ранними на данном участке дороги не фиксировали. То есть это прям хороший положительный пример, и выборка у нас такая довольно-таки уже неплохая, это практически год. А если говорить о других участках дороги, вот перед беседой вы упоминали про восточно окружную это как раз э, Восточная окружная, вот в районе дома 27, корпус 4, на улице Зубковой. Есть такие камеры или такая система «Ураган» в вашем ведомстве? Что это такое? Расскажите. Да, впервые в этом году запущена на территории региона э, система фото-видеофиксации «Автоураган». Это мобильный комплекс, установленный на крыше автомобиля, который позволяет фиксировать нарушения правил дорожного движения, не стационарно, а при движении автомобиля, то есть патрульный автомобиль с установленным комплексом движется по дорогам в общем потоке транспортных средств и фиксирует нарушение скоростного режима и пересечение сплошных линий разметки. Также данный комплекс помогает правоохранительным органам осуществлять оперативную деятельность, то есть непосредственно если в поле зрения комплекса попадает э, машина, которая по тем или иным причинам находится в розыске или по э, другим обстоятельствам интересным правоохранительным органам информация сразу же передается ответственным сотрудникам. А, вот Представляя, наверное, комплекс «Ураган», это кажется, вот как ездят эти автомобили с такими большими антеннами. Он, как выглядит этот комплекс? Это такая действительно большая антенна или он совсем миниатюрный, удобный, компактный? Нет, это компактный? миниатюрный комплекс, который совмещен с проблесковыми маяками оранжевого цвета установлен на автомобиле Государственного казенного учреждения дирекции дорог Рязанской области и курсирует по дорогам регионального и межмуниципального значения. Как давно появился у нас такой комплекс? Ну, в полной мере мы его запустили, протестировали в начале этого года и в полной мере запустили его летом. То есть он совсем молодой, он вот буквально да. несколько месяцев всего. А сколько нарушений уже он позволил выявить? Еженедельно фиксируется около 100 нарушений. Угу. А много ли машин им оснащено? То есть много ли машин и по каким маршрутам ездят эти машины? Ну, маршруты регулярно изменяются. Все маршруты э, во взаимодействии с подразделением госавтоинспекции, они э, прорабатываются, согласовываются, изменяются в зависимости от изменения аварийности. То есть, соответственно, там, где мы видим рост аварийности, комплекс перемещается именно на эти участки дорог. Потому что основная задача это все-таки не зафиксировать нарушения и собрать штрафы, а предотвратить их. Потому что профилактика правонарушений ⁇ это основной фактор снижения аварийности на дорогах. Вот как раз, переходя, наверное, к вопросу про национальный проект безопасной и качественной дороги, вот именно по вашему курируемому направлению, в чем основная задача, да, снизить количество ДТП на каждых участках и что для этого прикладывается? Основная задача национального проекта безопасной и качественной дороги – это снизить аварийность, на территории региона у нас есть такие показатели, как количество погибших в ДТП на 100 тысяч населения, и количество погибших ДТП на 10 тысяч транспортных средств. Мы планомерно с учетом текущей динамики снижаем этот показатель. К сожалению, у нас проходит по территории региона ряд федеральных автомобильных дорог, где дорожную деятельность осуществляет федеральные казенные учреждения но мы во взаимодействии с ними стараемся в рамках наших полномочий все-таки тоже размещать и комплекс фото видеофиксации и возможно даем свое предложение по снижению аварийности ну вот говоря о шагах, которые были предприняты в рамках национального проекта, вот какие они вот в вашем направлении? Ну, в рамках национального проекта все-таки стоит отметить, что основная задача это наряду с безопасностью это и качество дорог, то есть приведение покрытия проезжей части в нормативное состояние обустройство автомобильных дорог всеми необходимыми в соответствии с действующими стандартными средствами организации дорожного движения, дорожными знаками, светофорами, износоустойчивой разметкой, барьерным ограждением, пешеходным перильным ограждением, устройство пешеходных переходов, в том числе и надземных, в комплексе все эти мероприятия повыш... помогают снизить аварийность и избежать снизить даже тяжесть последствий ДТП. То есть если ДТП и происходит, то там не гибнут люди и не страдают. Так сказать, отделываются мелким испугом. То есть всего лишь да. машины поцарапались и ничего больше. А есть ли какие-то планы на 2024 год, то есть по рамках, ну, в рамках развития проекта национального? То есть какие-то обустройства дорог, какие-то обустройства комплексами фото-видеофиксации? Да, и на 2024 год у нас и увеличение протяженности автомобильных дорог. Приведение их к нормативному состоянию, и в том числе и увеличение количества комплексов фото-видеофиксации мы планируем, в том числе и в этом году, и в 2024. А мы можем сейчас сказать хоть какие-то участки, да. Ну, пока рано об этом говорить, потому что динамика аварийности она достаточно быстро изменяется, поэтому. Чуть позже мы обязательно население граждан проинформируем, потому что все комплексы фото-видеофиксации, они отмечены, можно зайти на сайт госавтоинспекции, все они там отмечены. Здесь, опять же, повторюсь, цель не выявить нарушения и собрать штрафы, а цель предотвратить эти нарушения. Поэтому в местах установки комплексов Вне населенных пунктов установлены соответствующие знаки фото-видеофиксации. В, в населенных пунктах с 2021 года знак фото-видеофиксации устанавливается в начале и в конце населенного пункта. А вот э, мы говорим много о комплексах фото-видеофиксации, а какие именно нарушения он фиксирует? То есть превышение скорости это понятное само собой разумеется. Основное это превышение скорости, это нарушение правил проезда перекрестков, то есть проезд на запрещающий сигнал светофора, э, нарушение требований линии разметки, пересечение сплошной линии разметки, и, соответственно, на регулируемых перекрестках, там, где э, движение по полосам определено дорожными знаками, нарушение правил расположения. Транспортных средств на проезжей часть, то есть поворот за не с той полосы, с которой это предписано дорожным знаком, можем ли мы сейчас выявить какие-то самые опасные участки на, в Рязани и в области, чтобы водители, которые посмотрят нашу программу, были в курсе, где, где нужно проявить максимальную осторожность? Максимальную осторожность необходимо проявлять на всех участках дорог и места концентрации дорожно-транспортных происшествий. Э, они периодически меняются, поэтому водители все-таки хочется призвать к тому, чтобы никогда на дороге не теряли бдительность, особенно сейчас наступает э, зимний период. Э, дорога становится скользкой, соответственно, водитель это определено правилами дорожного движения. Водитель должен учитывать погодные условия и не всегда там, где разрешенная скорость даже 60 км в час стоит двигаться именно с этой скоростью. Соответственно, вне населенных пунктов у нас разрешенная скорость 90 км в час. Но все водители, я думаю, понимают, что во время неблагоприятных погодных условий, дождь, снегопад, гололедица не стоит двигаться даже с той скоростью, которая разрешена правилами, надо учитывать погодные условия и дорожную обстановку. И такой вопрос. Сейчас, например, в Москве появились камеры фото-видеофиксации, которые фиксируют, допустим, непристегнутых пассажиров и так далее. Планируется ли такое в Рязани, или об этом пока рано говорить? Об этом пока рано говорить, но могу сказать, что система фото-видеофиксации динамично развивается. Я думаю, что мы к этому все равно придем. Угу. И такой момент. Вы работаете как по взаимодействию с инспекцией то есть они предоставляют вам данные по опасным участкам и так далее, но и в взаимодействии с населением. Потому что ну вот про Зубкову 27, я так понимаю, это да. именно по да. жалобам населения было. Много ли жалоб от населения поступает на те или иные опасные участки дорог? Не могу сказать, что много, но всегда люди, которые, особенно это касается районов нашей области, каких-то отдаленных населенных пунктов, потому что люди, которые живут непосредственно вблизи дороги и видят постоянно, как водитель систематически нарушает правила дорожного движения, либо двигаются с превышением скорости, либо выезжают в нарушение на каких-то перекрестках, в нарушение правил дорожного движения. Естественно, мы все обращения граждан анализируем и незамедлительно принимаем меры, в том числе и по перемещению комплексов от видеофиксации. Александр Александрович, спасибо большое, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом у нас все. Это была программа Жизнь и дорога. Не переключайтесь. Дальше будет еще интереснее.